Ребята, всем привет! Вы на канале Лада Лайт. Нам нечем было заняться дома. На улице очень пасмурно, то тепло, то жарко. Вот у нас есть подарки, то я. И мы решили с Владочкой поиграться в такую игру. Не знаю, слышали вы о ней. Я думаю, что многие ребята, которые уже давно повзрослели, стали играть в такие вот интересные игры. И сегодня мы с Владой протестируем и узнаете, кто у нас активнее будет работать, я или Влада. А сейчас мы переходим к нашему первому туру. Итак, мы сейчас начнем нашу игру. Влада, бери, давайте помогу. Мы одеваем на голову вот такие штучки. Сюда вставляем карточку. И есть такая местечко. Да. Так, мы берем по три карты. По три карточки себе. Первые сейчас выберем. И чтобы Влада не видела, я выберу ей три карточки. Чтобы я не видела, Влада выберет маме три карточки. Поэтому поехали. Мы. Сначала я выбираю, ты не подсматриваешь. Тебе карточки. Так, ага. Так, вот эти. Все есть. Я Владе выбрала карточки. Теперь Влада выбирает мне карточки. О, Доминичка к нам пришла. Я прячусь. Играю с ребенком. Все, готово, да? Кто первый начинает? Я. Давай, хорошо. Я сейчас Влад. Ты мне будешь одевать, да? Да. Все, одевай мне первую. Сейчас, я выберу. Ребята, подойдите сюда и смотрите. Мне мамы карточки. Мама, так. Все. Ты первую, да, мне карточку? Все. Так, ну что, ребят, я даже не знаю, что думать. Это предмет? Нет, это не предмет. Хорошо. Это съедобное? Нет. Это человек. Это птица. Нет. Это животное. Да, это животное. Хорошо, животное. Животное, домашнее животное. Нет. То есть это не собачка, там не кошечка. Не. Хорошо. Не кошечка. Ладно, все. Это он живет где? В лесу? В зоопарке? Да. Так, это слон? Нет. Нет. Это. Так, что еще у нас? Нет. Жираф? Нет. Это тигр? Да, то есть нет. А, это лев! Да! Ребят, я угадала. Теперь вот мы переходим. Вот как лев, как я вам показывала. Так, все, поехали. Теперь идите сюда. Я покажу, что я выбрала для Влады. Вот это у нас... У нас вот такие вот вкусняшки. Смотрите. Вот, и поехали. Ты же ребятам покажи, что там у тебя. Задавай маме вопросы. Это человек? Нет. На этом слышала про вкусняшек. Я думала, это сон. Нет. Это можно есть? Нет. Это как-то прыгает? Нет. Это нельзя есть, это не предмет. Нет. Я думаю, что это животное. Да, молодец. Она живет. Да, она живет где люди. Она живет. Она живет. Да. Она живет в другом доме. Вот в деревне, вот в квартире. Ну, если такое. Ну да. Это у нас кошка. Нет. Собака. Да. Так, у нас первый тур закончился, мы угадали по одной карточке. Ну, наверное, Влада быстрее угадала, чем мама, и как бы ей ставим галочку. Вот, теперь у нас переходим ко второму туру, и у нас второй тур начинается. Какую выбрать? Я думаю, вы хотите вот это. Так, давай. Это... Поехали. Это человек? Нет. Это съедобное? Нет. Съедобное. Мама его каждый день готовит?
по праздникам, если по праздникам. Ага, по праздникам, значит, это какое-то эксклюзивное блюдо, да? Это какой-то вкусный салат. Нет, это не салат. Хорошо, это не салат. Тогда это торт. Это не торт, ладно. Это пицца. Это пицца, это пицца, Юка! Ну да, мама готовит по праздникам, когда папа с дочкой просят. Так, теперь переходим ко второй. У нас будет Владушки. Ага. Вот мы ей сейчас вот такой. Ну, поехали, Влада. Быстро. Это съедобное? Нет. Это человек? Да. Это полицейский? Нет. Но это профессия, да? Ну, профессия. Не полицейский, пожарный? Нет. Доктор? Нет. Уборщик? Нет. Я думаю, что это повар. Повар? Вау! Каждую по одну карточку. Ну давай, ты мне, да? Хорошо, я закрываю глаза. Вот такая последняя карточка. Угу. Сейчас, если честно, Влада такие выбирает карточки. Мне иногда бывает, ребята, так страшно. Ну все, не угадаю. Мы вечерами очень часто собираемся. И теперь поехали, да? Это продукт? Нет. Это предмет. Да. Предмет. Он есть каждый день в использовании? Ну, есть у человека, не использует его. Использует. Каждый да. день? Ну, каждый день может быть. Ага. Я не знаю. Он у нас дома есть? Конечно. У всех членов семьи? Ну, только у меня есть. А, только у тебя есть. Слушайте, я просто делюсь с вами. Я, в принципе, знаю, что если только у Влады, если мы его используем. Хорошо, задам еще уточняющий вопрос. А мы его используем, когда плохая погода? Я думаю, что это зонтик. Да? Это зонтик? Ура! Я угадала! Я угадала! Теперь быстренько, ребята, заканчиваем. Ребят, с Владушкой. У меня есть холодильник, потому что я... Итак, поехали. Влади даем последний тур. И потом будем делать оценку. Точнее, вы сделаете оценку, кто быстрее справился с этим заданием. Итак, поехали. Это человек. Нет, это не человек. Нет, это не предмет. Это съедобное, это сладость. Ух, как ты! Это съедобное и это сладость, да. Она бывает по праздникам. И бывает по праздникам. Это вкуснее. Вкуснятина. Это дети делают, которые... Это торт! Я думаю, что мы справились с заданием, и я, и Влада. И хочу вам сказать, присоединяйтесь к нам. В комментариях напишите, кто лучше справился. Я думаю, что это все-таки была я. Нет, я. Ты была, да? Ну, это уже оценят наши подписчики, кто из нас справился. А сейчас... Всем пока-пока. До скорой встречи. И подпишитесь на канал, ставьте лайки и колокольчик. Всем пока-пока.